Всем привет, дорогие друзья! Усаживайтесь поудобнее, берите печеньки, чаечек, и сегодня мы вам покажем видео про ходячее молоко. Но для начала я расскажу, что это такое за монстр Тревора Хендерсона. Давным-давно была компания, которая производила молочную продукцию. Дела у них шли плохо. У них был талисман «Ходячее молоко», и когда они почти обанкротились, они позвали экспертов, которые произвели ритуал. Ритуал прошел засекреченно, это какая-то оккультная организация, и в общем-то все вышло из-под контроля. Ходячее молоко обрело форму, и оно начало ходить и выглядеть примерно как сиреноголовый. Сегодня мы отправимся на сид ходячего молока и проживем 10 дней с ходячим молоком. Прямо сейчас прожми лайк, прямо сейчас реально ставь лайк, потому что данная рубрика вам очень сильно нравится. Я это вижу по предыдущим сериям. Они появились сейчас на экране. Поэтому прямо сейчас ставь лайк. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. Напиши своего монстра Тревора Хендерсона, про которого нам нужно снять видео. Напиши реально. Но мы начинаем. Маны, что ты готова отправиться на сид с ходячим молоком? Нет, но пошли. Итак, друзья, рассказывают, как это зайти. В названии можете написать просто «Milk». Без разницы, это название вашего мира. А в ключ генерации... Ой, ключ генерации. Вот здесь вот ключ... Вы должны написать именно, как я напишу. Вы сможете попасть на эту же карту и поиграть. Я вам реально говорю. Смотрите, пишите с большой буквы вот так вот. «Milk». Потом так. Нижнее подчеркивание. Ма, видишь, да? «Тревор». Да. Нижнее подчеркивание. «Хендерсон». Потому что этот монстр Тревор Хендерсон. Вот, «Milk» Тревор Хендерсон. И там, короче, будет, вроде как, я уже так проверял, деревня. Мы поиграем. Хорошо. Это хорошо, что там будет деревня. Ну, там вдалеке. Так, все. Так, А, бонусный сундук, О, есть. Ты чё? Все. Создаем его, погнали! Если вы лайк, друзья, не поставите, ставьте лайк, а мы, короче, начинаем. 10 дней выживания. Я захожу сейчас, подключаюсь. Ма, я вижу, что ты появился. Ма, давай. О, ма зашла, короче. Так, Женя, где тут сундук? Я что-то его не вижу. Во, вот он, ма. Так. Так, отлично. Так, что там, я ничего не успела взять. Ма, я все успел взять. Я взяла две палки, хлеб и какую-то поганку. Ма, как... Ма, насчет поганок, смотри, тут грибной биом. О, смотрите, реально грибной мухоморный биом. Че, хочешь на него? Нет? Ма, смотри, кстати, это уникальный, по-моему, сид, ма, смотри. Мухоморный биом, там пустыня, здесь лед, а вот там где-то должна быть деревня. Ма, погнали. Так, ладно, вынюхиваем деревню, нюхай давай. Поэтому, короче, друзья, на этом сиде как раз есть ходячее молоко, нам надо 10 дней здесь повыживать, потому что он уникальный, тут есть, в принципе, все, ма. А знаешь, как появляется ходячее молоко? Ма, как? Вот ты покупаешь молоко, ставишь его в холодильник, а потом не пьешь его 3 месяца. И оно мутирует. А лучше, ребят, поставьте его возле теплой батареи. Ма, осуждаем, не слушайте, ма, оно прокиснет, короче, и все. Да-да-да, ребят, а потом, когда оно прокиснет, так набухнет, вы возьмите его и как бомбой киньте. Ма! Какой взрыв будет. Ма! Смотри, вон там деревня. Вон деревня. Это, короче... Какой-то обрыв. Ма, это проклятая расщелина на этом сиде, короче. Вот оно. Это значит, мы... Проклятая расщелина? Ма, да. Ма, что ты ржешь? Надо перебраться на ту сторону. А деревня огорождена этой расщелиной или что? Ма, ну это жители, короче, огородились. Вон, смотри, он прям на обрыве. Смотри, как ферма на обрыве, вон он стоит, ма. Жители, вы что, обалдели, что ли, фермы на обрыве строить? Пойдем. Ма, они огородились. Ма, они огородились, чтобы ходячее молоко к ним не пришло. Вот, сюда, здесь проход. Где? И здесь котик бегает. Ма, отлично, они так. Они плохо огородились очень. Ма, ну они еще строятся. Мы думаете, вы такие глупые, а вы такие глупые, а вы не глупые. Мама не глупые, ма, смотри, прям деревья на краях растут. Ма, ну чё, ма, иди сюда к этому жителю. Житель спрашивает. Какой? Ма, я на грядке стою, ма, иди сюда. О, морковка. Ма, морковка. Ма, собирай морковку, давай, оп. Мы тут у вас немного пощипаем, да? Ма, щипай. Ма, ну тебя спрашивает. Простите. Ты чё ты мне сказал? Ты чё?
Мам, тебя стукнул. Ой, простите, это ты меня ударил? Ма, это он. Он что-то собирает, смотри, 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 тоже же собирать пошел. Ма, он тоже собирает. Ма, ну ладно, пошли, короче, в деревню. Так, ну-ка. О. А мы не в деревне. Ма, ну... Ма, смотри. Ой. Чё это? Ма, молоко. Они последовали моему совету и поставили молоко рядом с теплым местом. Ма, прям на печку, ну-ка. Слушай, это... Ма, здесь молоко, смотри. Ма, это... Ма, у них, походу, и флешмоб. Ма, слушай, меня это напрягает. Слушай, смотри, этот вообще молится на молоко. Ма, смотри, иди сюда. Ты шо, дядь? Не-не-не-не, я это не говорю. Ма. Все, смотри, пошел, он реально два поставил тут молока и это. Ма, слушай, мне кажется, они, слушай, мне кажется, может, они поклоняются молоку, знаешь? Это же все это ходячее молоко где-то ходит. Подожди, а что это? Ма. На алмазном пьедестале три бутылки молока. Ма. Вы меня достали. Держите за дурака. А, ма, нифига ты рифмоплет. Ма, ты не рифмоплет, ты. Что? Я ма, кто? Ма, никто. Так, заходи. Так, ладно, подожди, у меня важный звонок, погоди. Алло? Да, детдом? Ага. Ма, не надо позвонить. Ма! Ладно, 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 ладно. Ну-ка, а что здесь? Так, здесь ничего нету, ма, ничего нету. Давай здесь как... молоко стоит, в смысле? Опять молоко. Ма, давай, давай все домик сейчас проверим, короче, на наличие очень странных вещей. Ну, очень ма, странные. Ма, смотри, вещи. Очень странные. Ма, твоя подруга застряла, смотри. Ты чё? Мурка, выходи. О, смотри, сколько здесь молока мы надоили, смотри. Здесь, видимо... Фу, коровы, вы чё творите? Вы шо, зачем вы это делаете? Вы хотите молочного... О! Сюда! Чё-то... Куда? Ма, иди сюда, смотри, тут броня. Ма, сзади, 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 сзади. О, вижу, 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 вижу. Так, это нам приготовили? Не знаю. Смотри, тут надпись. А где тапки? В пещере Незер броня там. О, ма, что за Незер броней сходим еще? В пещере Незер броня? Ну-ка, где-то пещера, ну-ка, он показана стрелка прямо. Ну-ка. Я не хочу в Незер пещеру броню. Вон, ладно, мы пока туда не пойдем, давай, давай обследуем всю эту деревню. Слушай, ну прикольно, тут же, видимо, кузнец сделал броню и туда еще отнес. Жень, это плохая вещь, что и туда ее отнесли, понимаешь? Мне кажется, нас ведут на гибель. О! Ма, нас ведут на встречу приключениям! И Кирочка! Ма, теперь у меня есть Кирочка, я пойду туда буду тебе алмазики. Ма, сейчас алмазики будут мои! И погоди, я первая хотела! Ма, куда? Так, ма, ну-ка! Дайте. Это мой тропинка в голове, ля-ля-ля! Ма, ну у тебя в голове одна фигня! Монет! Ля-ля-ля! Монет! Забираем, 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 забираем! Ай, ма! Где отсюда? Кыш-кыш! Моё! Моё! Во, у меня два. У меня тоже два, ма. Все. Ма, ну ты мышь, конечно. Смотри, какие тут... Так. Ух ты, я взял молоко. Ты что, взял? Он выброси. О, ну подожди, я выпью. Что делает голем? Посмотри на голема. Ая! 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 Ай, маме! Маме, чё хана? Ой, ма! Живой? Маме! Я же тебе говорю, не пей про кишечник. Тихо, не пей, полусердецкое, подожди. Капец, ребят, не пейте про кишечное молоко. Ма! О, вообще, капец. Чё, плохо, плохо. Ма, подожди, полусердецкое. Ма, дай мне поесть что-нибудь. А ты в курсе, что скоро солнце зайдет? Ма, дай мне поесть что-нибудь срочно. Да ты на хлеб пожуй. И ма, морковь, мне что-то вообще плохо, ма. Смотрите, ребят, ма, меня колбасит. О молоке можно узнать по характерному кислому запаху, если вы не знали. Ма, сколько у меня будут эти эффекты? Мне просто... Ма, дай мне молоко обычное, нормальное, ма, быстрее. Блинский, где я его возьму? Ма, я пью... О, ма, отпустила. Надо, отпустила? Ма, надо поесть. Слушай, я тоже хочу испытать это на себе. Ма, ты тоже хочешь? Ма, пошли, короче. Тогда я сразу приготовлю молочко нормальное. Слушай, ма... а у меня половина жизни. Нормально? Ничего не будет? Ма, не знаю, давай пей. Слушай, я не отокинусь? Ма, не знаю, на поешь, ма. О, смотрите, ма пьет. Ма, пей быстрее! Пей! Ма, что такое? Ты поплыл. Ма, ты тоже плыла. Ма, давай пей. О, да, только жизнь потратила зачем-то.
Макопен. Слушай, ну это жесткое. Короче, они пьют какое-то вообще невкусное молоко. Да, они, короче, всратые немного. Ма, ты такой говоришь, мы совсем что ли? Ну просто понимаешь, что они какие-то немножко того. Ма, так, все. Ма, главное, короче, чтобы из-за того, что мы сломали ихнего идола, ничего не произошло. Ма! Ма! Убоги мои! Тихо, 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 что? Ма, это... Жень, 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 это на закате, короче... Это на закате? Ма, ты всю ночь нажил, да? Ма, пошли быстрее сюда, пошли быстрее сюда! Оно появилось, оно появилось! Ребят, вот что будет с молоком, если оно 3 недели будет стоять в тепле. Вот это. Вот это, ма, пошли еды наберем. Где оно? Вон оно! Вон оно! Ма, давай, смотри, оно нас вроде не трогает. Оно, по-моему, ест жителей. Оно их ест! Ма, ты где? Ма, ты где? Ма? Я здесь, я рядом. Что делать-то? Не знаю, на закате дня пришло, короче, молоко из-за того, что мы, походу, сломали его идол, ма. По-моему, оно идет сюда. Ма. Оно так мило улыбается. Слушай, Жень, мне не очень что-то как-то. Ма, там еще и зомби пришли. Ма! Слушай, что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Как от него избавиться? Я не знаю. Так, давай сейчас попробуем, подумаем, короче, смастерим какую-то ловушку. Или подожди, оно нас не трогает. Может, потому что мы выпили молоко? В смысле, оно нас за своих, что ли, принимает? Ма, иди проверь, тебя будет трогать или не... Иди подойди, ма. Оно с одного удара выносит, в смысле, подойди. Ма, это жители, они хлипкие, подойди. Ну-ка. Ладно. Видишь, видишь, ма? Что за звук? О боже, фу, какой противный. Ты слышишь это? Ма, это там прокисшее такое молоко. Ой. Ма! Оно вынесло меня! Ма, тут еще зомби, ма! Сейчас надо отражать атаку! Ма, иди сюда быстрее! Подожди, да я вообще появилась! Тут зомби-апокалипсис! Давай, тёпайся быстрее! Тут зомби в броне золотой! Вон, 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 вон! Ай, блин, ай, блин, ай, блин, ай, блин, ай, блин, ай, блин, ты чё? Ма, тут зомби! Мне кажется, нужно уничтожить все молоко, которое тут стоит! Да-да-да, давай, сейчас... О, нифига, золотая бронька мне выпала, прикинь, ма! Да блин, а мне тут зомби выпал прям на голову! Ма, ну классно же. Так, слушай, нам надо, короче... Ма, это я. Ой, пардон. Ма, ты что тут жители? Ма, смотри! Слушай, ма! Пока... Иди сюда, смотри, 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 жители снова. Где? Ты же дурак? Ты что спишь-то? У нас тут такой кошмар происходит. Ма, молоко ходит, всех жрет. Так, слушай, там в пещере была незер броня, давай погнали. Нужно собрать. А, пошли за незер броней, точно. Все, быстрее. То, что мы идем. Ма, то что ночью идем? Ой, там оно светится, оно светится, оно светится. Ой, это хорошо, это хорошо. Так, 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 так. Мы вернемся, жители, сейчас мы вас спасем, короче. Ма, миссия по спасению жителей, короче, вперед. Там крипер. Ма, первая ночь такой бардак. Кошмар вообще, беспредел. Ма, беспредел, короче. Кстати, за тобой скоро будут выезжать. Ма, не надо. О, смотри. Ма, почему тут факелы такие странные? Я не знаю. Ма, ну ладно, ты иди первый, ладно. Ладно, только по-тихому, по-тихому. Ты слышишь это? Чё? Там мне что-то кажется или там что-то... Сейчас, подожди, я звук сейчас прибавлю. Фу, сундук. Ма, так, ну-ка. Вау! Ма, чё там? Вот это по мне. О, ма, забираем, забираем. Ма, лук-то отдай. В смысле? А я что, 2 забрала? Ма, да. Мадам. 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 Так, ну-ка. О, смотри, это незер броня самая жесткая. Итак, друзья. Нам даже незер мечи дали. Ма, даже незер мечи, офигеть, да? Так, так, ладно, давай, короче, выдвигаемся. Ма, выдвигай. Надо теперь еще ма пожратенький, пожратенький. Это обязательно. У меня есть морковь. Надо тебе? Ма, давай. Это единственное, что я надыбала, короче, в этой. Нифига ты там набрала! Ма, ну ты и коза, конечно. Так, все, едим, короче. В смысле коза? В смысле коза? Мне надо же думать о том, что мы будем кушать завтра. Ма, ну да, все-таки, да. Так, все. Ма, ты куда там потекала? Подожди меня. Я целюсь в молоко, оно там. Ма, ну там, ну если... Подожди, я попала в молоко. Ты реально попала? Блин, жесть. Ма, она разозлилась, она разозлилась. Что мне делать, что мне делать? Жень, где оно? Ма. Где оно? Не знаю. Где оно? Ну-ка, где она? Пошли посмотрим. Кошмар. Ма. Оно тонет! Отлично. Забивай его! Ма, она тебя сейчас сожрет! Ма, текай! Ма! Офигеть, она сильная! Я слышал это! Ма, вообще... А где она? Вон она плывет, короче. Вон она. Сейчас я его...
Что делать-то? Оно сразу атакует. Надо его выманить, приманить. Манит, короче. Давай. Хорошо, что мы под водой его. Не, подожди, давай сейчас подождем. Я вроде бы попала, Пусть оно выберется. Тихо, тихо. Оно что, не может выбраться? Ма, подожди, не стреляй. Хорошо. Ну-ка, ма. Подожди, не стреляй, ма. Оно выбралось. Подожди, не стреляй. Оно не выбралось, ма, отлично. Пусть оно там... Смотри, там зомби атакуют вообще. И что нам теперь делать? Ма, давай понаблюдаем. Она выбирается. Тебе хана, тебе хана. Она не выбирается. Оп. О, она вроде идет помаленечку. Ма, кандыбает. Подожди, сейчас. Ма, ну выйди оттуда. Надо заманить ее в ловушку. Ма, выйди. Да какую ловушку? Ты шо, где тут ловушка? Ма, сейчас сделаем ловушку. Так, ма, быстрее иди сюда. Так, сейчас пока спасаем жителей. А, тут не спасем. Блин. Ма, ты зомби и это всякие. Так, отходим. Ой, ма, тихо. Я неправильно спасаю жителей. Ма, ты вообще неправильно. Оно вышло, Женя, оно вышло. Оно вышло, ма, текаем быстрее. Нет, оно гнало. В дом, ма, вот сюда. Оно меня кокнуло. Ма, сколько раз уже, ну-ка сейчас я ее приманю, сейчас только. Ма, стрельни сразу в дом, ма, иди сюда. Сейчас, подожди, мне нужно телепортироваться. Ма, давай, телепортируйся. Вон так. Ну мне страшно, погоди. Ма, стреляй сразу в дом, давай. Опа! Ма, сюда, ко мне в дом! Ма, вот сюда, ко мне. Я не попала. Ма, сзади в дом, видишь? А я не могу в него попасть. Да я не вижу, я не могу в него попасть. Ма, ты что, корявишь? О, попала как. Ма, тикай. Закрывай. Ма, ничего, что у нас сбоку дырень. Ой. Тихо, Ма, сиди, может, она нас не спалит? А может, из этой дырени можно стрелять? Погоди. Ну, а я, Ма, ну в меня-то зачем? Подожди. Смотри, получается. Оно не подходит. Оно, кажется, подходит. Ма, смотри, какой звук. Оно не достанет нас. Ма, как сиреноголовый, только молокоголовый. Давай, гасим. Молокоголовый. Ма, оп. Ой, подходит. Тихо, подходи. Отходим. Получается, оно не может зайти. Ма, отлично. Вон он прям тут ходит, оно прям рядышком, Ма, рядышком. Где? Я не вижу. Вот ноги. Ма, выбегаем отсюда на счет три. Раз, два, три. Ма, побежали за мной. Куда ты? Ма, за мной. Побежали вот сюда. Женя, застряла. Ма, не застревай. Так, где она? А ничего, что она за мной побежит сейчас? Ма, гасим ее. Вон она. Так. Ты попадаешь? Нет, надо, знаешь что, в лаву ее, короче, заманить. Что? Она ходит как-то вот сейчас. Женя, мне нужно прятаться. Давай, прячься. Ну-ка, а если подойти вот так вот, ну-ка? Что ты делаешь? Ма, пошли лавы наберем и в лаву ее заманим. Слушайте, по-моему, она непобедимая. Мы уже сколько стрел в него пустили? Ма, она победимая. Так, все, надо сделать ловушку. У тебя есть ведро? Ма, у меня есть ведро, так, все. И лава была вон там внизу, короче, вон в каньоне. Все, давай. Вон она. Так. Мы можем заманить его в каньон? Мы не можем заманить его в каньон. Ма, мы можем. Так, пошли. Ма, ты не смог. Ты не мог. Ма, я смог. Так, все здесь копаем, короче, отлично. Вот здесь где-то лава. Давай, лава. Прорывайся. Где лава, Ма? Вот здесь, да? Значит, лава. Сказал лава, а я сказала слово. Ма, осуждаю. Так, аккуратненько пробираемся. Ма, набирай пока камня. Так, а зачем нам камень? О, все, лава у меня. Чтобы застроиться на ту сторону. Давай, Ма, застраиваемся. Или, здесь можно прокопаться. Здесь прокопаться-то можно. Уже, по-моему, кстати, рассвет, Ма. Выхода нет или выход все-таки есть? Ма, я не знаю. Так, все, пошли за мной. Сейчас надо, короче, аккуратненько. Ну, это жесть. Как нам это молоко победить? Ма, с помощью лавы. Сейчас я спасаю жителя. На. Это маленький зомби был? Ма, маленький зомби. Все, отлично, я всех спас. Оно стоит, оно, по-моему, всех сожрало уже. Отлично. Так, все, подходим, Ма. И сразу же выливаем на нее. Так, ну-ка. Что? Смотри, с него капает. Отлично, Ма, сейчас подбегаем. Так. Оно вроде там застряло. Так. О, Ма, попал! Подожди. Горит. Ма, горит, короче, отлично. Так, и что? Давай еще целиться в него из лука. Не, подожди, ты его разозлишь. Давай подождем. Пусть, короче, это. Такая Ма опустила сейчас. Может, она сейчас сгорит, короче.
Она увязла! Е, мы его загнали в ловушку. Маш, ты говорил, главное ловушку, короче, сделать. Смотри, как трещит, ма. Пойду морковку пожарю. Ма, пожарим. Офигеть. Фу, такой звук, подойди, послушай. Ну, как будто пакет, короче, сжимается. О, она, кажется, вылезает. Не-не-не-не. А может и да. Ой, эндермен! Мам, мы ему в глаза поставили, сражаемся с эндерменом. По ногам ему надо бить, мам, по ногам, чтобы не телепортировался. По ногам? Ну ладно, сейчас мы его порубим. Пока наше молоко горит, он блоки таскает. Мам, блоки таскает. А в чем прикол? Подожди, а в чем прикол эндермена, что он таскает блоки? Не знаю. Мам, смотри, какой оно прочное. Он выбирается. Мне кажется, надо его немножечко приманить в мою сторону. Давай, мам, гаси его. О! Оп. Сейчас я сбегу еще за ведром. Или нет, давай ты избегаешь. За ведром лавы? Да. Нет, да. Я не пойду. Ма, пошли вместе. Или... О, она вышла, она вышла. Ой, она вышла. Нет. А, она бежит нет, за мной, нет, за мной? Нет. Нет, она ни за кем не бежит. Слушай, она погасла. Ладно, пошли еще так, за ну-ка, лавой. Сейчас я его приманим. О, свинью загасил, на тебе. На тебе. Не можешь попасть? Смотри, Мас... не можешь о, попасть. Попал. Ма, текаем! О, боги! Мая, я бегу! Тебя не тронет, она не тронет тебя. Ай, мама меня тронула! Мая, тебя меня что ли? Меня сожрала. Ма, капец. Женя, как его победить? Его вообще реально победить? Мая, думаю, что, реально. Сильная. Ма! Так, все, друзья, мы, короче, пришли обратно. Оно плавает, отлично, ма. Надо его, короче, заманить. Ма, у нас, короче, это уже пятый день, по-моему, выживания. У нас созрел план, короче. Ма, рассказывай. Да. Короче, ребят, так как у нас есть эта расщелина с огромной лужей лавы внизу, мы решили построить мост. Ой! Ма, ну ты меня вытащить. Короче, мы решили построить мост, заманить его, чтобы она упала вон туда, прям в реку лавы. Ма, давай, тёпайся и строим мост. Давай, ты пока строй мост, руби тут всякие щепки это. А я пока буду за ним наблюдать, его приманивать, короче. Так, где моя Кируха? Так, а куда он ушел? Ма, он куда-то ушел. Не знаю. Мама, здесь опасно вообще-то. Так, а какие у меня вообще блоки-то собираются? Прикинь, я его вообще не вижу. Куда он ушел? Ма, ну куда-то ушло. Оно же плавало. Оно плавало, но оно куда-то пропало, ма. Главное, чтобы оно не рядом со мной было. А, смотри, вон, все, я его вижу. Оно на дне. Оно хочет выбраться? Так, сейчас я его... По-моему, мы с тобой на дне. Ма, сейчас я его, короче, загашу. Так, короче, я накопала 20 блоков. Я думаю, мне этого хватит, в принципе. Чтобы построить мост-переправу. Ма, так, отлично. Все, я его приманиваю. Давай, быстрее. Подожди, кого ты? Че, я еще ничего не строю. Ма, строй, давай, так, быстрее. Вот сюда, вот отсюда начнем. Так. Надеюсь, мне хватит. О, блоков. оно идет, ма, идет. А все, не идет. Блин, да ты тупое молоко, короче. О, она злится, оп, капец, ма. Так, блин, мне надеюсь, не хватит блоков. Оно выбраться не может, ма, прикинь. Ты его приманиваешь? Да, я его приманиваю. Так, давай, ты уже можешь его приманивать, кстати. Сейчас, оно тут, короче, вообще застряло и не хочет вылазить. Прикинь, ма. А может, все тогда мы справились, типа? Что, оно застряло? Ну хотя нет, его надо уничтожить, короче. Давай, вылезай. Так, Ма, сейчас я, короче, я построила мост. Отлично, так, ну-ка. Сейчас посмотрим. Ма, ну-ка, где там построила? А чё, она утонула и все? Нет, сейчас она придет, Ма. Так, чё, где, сейчас построю, где? О, на туре, смотрите, вон мост, короче, Ма построила. Ма, хорошо. Ма, мы его заманили, ломай. Тихо, ломай. Я сломала. Ма, меня загасили. Сейчас я его попытаюсь скинуть. Ма, давай, тебя загасили, ма? Нет. Так, сейчас, так, перенести куда, ма? Мы его заманили, мы поломали по краям. Отлично. Теперь надо его как-то скинуть. Ма, надо, короче... Как его скинуть? Ма, под ним надо раскопать, короче, эти блоки. Ма. Блин, короче, сделай забор под этим, и мы просто будем копать, и оно упадет. Так, забор. Ну не забор, а в смысле этот... Мне нужны блоки. Ну ты поняла, так, да, короче? Я немного блоков земли, блин. Ма, давай. Семьи, короче, ребят. Друзья, у нас почти все удалось, даже дождь пошел. Да, офигеть. Что, нафиг смоет. Там лава не потухла? Ма, не потухла. Все.
Так, сейчас вот так вот. Надеюсь, он меня не достанет. Так, вот так, так, ну-ка. Так, строишься? Майя, строишься. Что ты смотришь? Что ты смотришь на меня, а? Тебе сейчас будет хана. Ма в натуре, да. Так, ну-ка, сейчас я попробую срубить вот этот блок, ну-ка. О! Ма, он прям в лаву! О, он умер! Пока! Ма, он в натуре, что ли, рассыпал? Пойдем посмотрим, ну-ка. Походу. Ма, мы его победили, смотри, он уничтожился. Вон он, не, вон он внизу, по-моему, барахтается в лаве. Я не вижу, давай посмотрим, спустимся пониже. Вон внизу, видишь? Не вижу так, ну-ка. Вон красная. А, да, вон. Но, друзья, у нас получилось, короче, там он рано или поздно, короче, просто уничтожится, как терминатор. Да, сгорит, ребят, ну, в любом случае. Здесь выхода нет, он не выберется из этой ущелья, из этой расщелины. Мы, короче, его реально заманили просто. Вот хорошо на этом сидимо оказалась эта огромная расщелина. Так, все, мы уходим отсюда. Да, то как бы мы его победили? Блин, это реально вопрос. Ма, ну нам повезло, короче. И лаву набрали, и победили, короче. Лайфхак. Как победить молоко? Да. Все. В безвыходное положение. Да. Ма, ну слушай, смотри, и вечереет, и дождь идет. Слушай, нам надо, короче, сейчас выбираться, и все. Ма, сейчас будем отмечать, короче, в деревне жителей. Молочком? Ма, все, по молочку, короче. Все, по молочку, давай, пошли. Ма. Отметим. Сейчас как нас заштырит, ребят. Ох, смотрите, какое небо красное аж стало. Ма, посмотри на небо. Красиво вообще. Офигеть, так. Смотрите, алое небо из-за того, что мы победили по ходу дела. О, исчезло, молоко везде исчезло. О. И что, мы не отметим, типа, что ли? Ма, по ходу дела нет. Офигеть, смотри, как и деревня, ма, пустая, призрак. Призрак, деревня, призрак, ма. А что было-то? Почему никого нет? Ма, прикинь, если это все, короче, было проклятое, они все были не настоящие. О, ма, крипер. В смысле, не настоящий? А кого мы спасали? Ма, не знаю. Все, пошли сюда, ма, вот сюда, в свинарник зайдем. Ну все, ма, мы продержались, получилось. Ну, теперь все, друзья. Из-за того, что мы победили, мы теперь спокойно продержимся тут 10 дней. В общем, если вам нравится данная рубрика, то ставьте лайк. Да, ребятушки, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие части этой рубрики. Да, мы будем, короче, искать разных других монстров Тревора Хендерсона и выживать в самых-самых крутых штуках 10 дней. Все, ставьте лайк, подписывайтесь, всем пока! Ма, ты мимо вообще-то. Блин. Ма, за это тебе сейчас будет хана. Да, ты чего даже? Не попал? Или попал? Ма, попал. Мастер. Да, я все равно подождем, потухну. На тебе.